Идти не получится, тебя сразу сожрут. Возможно, эти торчки могут помочь. Злой дух, мы тебе поможем, если дашь ящик пива. Я вам дам 10 ящиков пива. Только сначала одолжите машину этому человеку. По рукам. Клава, заводи машину и готовь место для 10 ящиков пива. Будет сделано, повелитель. Я мигом. Ништяк. Дух из телевизора. Все готово. Ну, дебилы, честное слово. Жора, значит так. Езжай по дороге до железнодорожной станции Невский проспект.
Я встречу тебя там. И берегись мордоворотов. Не забудь про пиво. Ну что, брат, готов, нет? Возьми на всякий случай в дорогу пару пачек таблеток, да и патронов захвати. Брат, ну ты это, не забудь тачку-то потом вернуть. Запрыгивай за руль, и я опущу. Черт, перебой с электричеством. Твою мать, ты цел? Слушай, дух, давай за мной в штаб. Наш главный ждет. Хлопцы, ну шо, вы уже бачили, что у Брунькова есть много нового оружия. Здоровенький булы, хлопчик. Итак, о чем я тут балакал? А, во! В частности, він вживляє оружие и двигатели внутреннего сгорания насекомым мутантам. Але у нас є цей переносной зенитно-ракетный комплекс «Стріла-2М». Дуже ефективний против нечисті. Ну шо, є самоубивця, который будет из него стрелять. О, це будет наш новичок.
Нам как раз нужны новобранцы. Я полковник свободной армии Богдан Кабаненко. Усмиритель летит.
Yeah.